Лошади ходят. Сегодня у нас уже 4 июня. Вот кобылы уже вымя наливают. Вот так. Наливают вымя. Скоро буду жеребиться. Вот стоит какая толстая. Живот какой. Вот еще кобылы вымя не налито. Вот если сильно толстая, значит будет девочка. Жеребка. Хоть деревья насажал я, они ломают. Ну пошла! Куда лезешь? 200 деревьев я тут посадил по кругу. Ну пошла, вьюга! Не ломай деревья, иди сюда. Ну пошла! Вот ждем. Где-то через неделю кто-то будет жеребиться. Это кобыла будет жеребиться скоро. Вон Алена пошла, будет жеребиться. Невесту мы уже выпустили. Она в жеребца стояла 3 дня. Дай бог покрылась. Уже к жеребцу туда не подходит, в клетку. Пошли куда-то. Наверное, во двор уже. Сейчас 9 часов вечера, они сами как бы, как знают, 9 часов вечера, все, пошли во двор все. Никто их не загоняет, ничего. Лялька, что такая разная? Где-то качалась, вроде там около речки. Не ломай деревья, говорю, сука. Ну пошла! Ну, гадость, а? Погнали все во двор. Все сами понеслись. Все уже нагрызлись. Сами 9 часов, сами заходят. Не надо загонять их. По графику время можно сверять. Видишь, Иван Иванович, сами заходят, как 3-й день уже, 9 часов сами. Походили, раз пошли во двор. Ну, видишь, какие умные лошади у нас. Иван Иванович трезвяк не пьет, с лица даже посветлел. Ну все, закрывай ворота на замок там все. Как-то так. Вот у нас Запорожец здесь даже стоит. Лошади его любят тут. Кругом его ходят. Чешутся об него. Еще у меня есть карета там. Карету надо сзади поставить. Красивая карета там посидеть. Дети пускай гуляют здесь. Котик у нас есть. Ну, все, на сегодня отработали.